Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок управления от BMW F10 MSD 8.5 Continental. Наша задача сделать Евро 2 и тюнинг. Делать это мы будем на столе. Блок вот такой вот. Вот даже здесь трубки охлаждения идут. Радиатор, блок охлаждается на машине. Делать мы будем с помощью комби-лодера, без разбора блока. Адаптер будем использовать Scanmatic 2. И нашу коробочку для управления питанием на этот блок. Подключались мы по такой схеме. Так, давайте найдем сейчас назначение контактов. Это у нас Siemens Continental. И вот MSD 8.5. У нас получается во втором разъеме третий контакт — это масса. 54-й это неотключаемое питание. В третьем следующем разъеме у нас идет отключаемое напряжение. И can high, can low. Вот такое вот подключение. Это разъем номер 2. И следующий за ним разъем номер 3. Включаем зажигание. Смотрим, нагрузочка у нас. Эти блоки потребляют много, не пугайтесь. 0,53 ампера, это нормально. Давайте сейчас будем читать флеш, EEPROM и все остальное. С подключением мы разобрались. Давайте посмотрим, как программировать эти блоки. Вот выбираем и смотрим. Здесь очень внимательно нужно прочитать вот что. Идентификация возможна только на блоках E-серии. Вот о чем здесь написано. То есть идентификации на нашем блоке не будет. У нас F-серия. Но читать и писать он, естественно, будет. Чтение ошибок — то же самое, E-серия. Сброс ошибок — то же самое, E-серия. На это обратите внимание. И не пугайтесь, если у вас не будет идентификации. Давайте откроем комби-лодер. Вот здесь внизу выбираем наш блок MSD 8.0. Дополнительно можем даже не выбирать. Идентификации все равно не будет. То есть вот мы сейчас делаем идентификацию. Как видите, ее нет. Значит, сразу выбираем чтение. Ставим галочку «Общие действия». Он нам прочитает сразу все с общим действием. И нажимаем «Чтение». Интернет обязательно должен быть подключен. То есть этот модуль работает только с интернетом. Сейчас идет загрузка драйвера для чтения и записи этого блока. Блок у нас сейчас в буте, о чем говорит нагрузка 0,41 ампер. Помним, что без бута у нас было 0,53. Итак, операция успешно завершена. Вот здесь он показывает нам инденты. Значит, давайте его сохраним теперь. Сначала сохраним в контейнер. Теперь давайте сохраним отдельно флеш. Так, отдельный EEPROM. Так, что мы получили, смотрим. Мы получили внутреннюю и внешнюю флеш. Получили EEPROM. Вот он. Смотрим внешнюю флеш. Во внешней флеше ничего нет, собственно говоря. Теперь мы смотрим внутреннюю. Вот она.
То есть внешняя флеш на этом блоке отсутствует. Теперь мы делаем модифицированную флеш из внутренней флеш и заливаем обратно в блок. Итак, файл Евро 2 мы подготовили. Вот он у нас. Евро 2. И сейчас мы будем его заливать. При записи комбилодер сам пересчитает контрольную сумму калибровок. Итак, открываем файл. Вот он у нас. Внутренняя Евро 2. Общие действия. Галочку снимаем. Сейчас мы будем записывать только внутреннюю флеш. Включаем зажигание и нажимаем записать. Записать только калибровки. Да, только калибровки. Напомню, что модуль этот работает только онлайн. То есть компьютер должен подключен быть к интернету, иначе ни записи, ни чтения не будет. Все вот так вот быстро комбилодер записал калибровки. Выключаем зажигание. Нагрузка падает не сразу, как на всех континенталях, она задерживается какое-то время. Все, нагрузка снята, можно отключать ЭБУ. Отключаем ЭБУ. Вот наш блок. Итак, сегодня мы с вами делали Евро 2 на блоке MSD 8.5 Continental. Это BMW F10. Работа выполнена. Выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Много интересной работы. Много хороших клиентов. А самое главное, крепкого здоровья.